Люди придумали машину. Люди отыскали черты и формы, на которые ты смотришь и понимаешь. Так выглядит сила, так выглядит красота. Люди дали машине характер, который ты чувствуешь, просто находясь рядом. Даже если она не в движении, даже если просто стоит, ты знаешь, что в любой момент она готова сорваться. Она просто ждет того, кто откроет ее, чтобы взамен подарить ему полную свободу, подарить всю красоту настоящей жизни. Люди придумали ее. Люди создали BMW. Люди отыскали черты и формы. Люди дали машине характер. В любой момент она готова сорваться. Так выглядит сила. Так выглядит красота.